Здравствуйте, мы ученики школы номер 28 из города Астрахани. Мы хотим поздравить вас с наступающим новым 2018 годом. И сегодня нас хотят поздравить не только мы, но и наши сегодняшние гости. We people from school 28 from Astrakhan are here to congratulate pupils from Manchester, Great Britain with a new coming New Year 2018 with our friends. Слово для новогоднего поздравления предоставляется главе муниципального образования города Астрахани Бановой Алене Вячеславовне. And give the floor to the head of municipality Astrakhan City, Алена Вячеславовна Банова, for the New Year's greetings. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Вспоминаю всегда с большой теплотой, как я была в Лондоне, как гуляла по улочкам. Удивительная, удивительная страна. I always remember the time I was walking down the streets in London. Очень много проживает там русских людей, и вы, и мы это прекрасно знаем. There are many Russian people, you know, it's us. Но все-таки самая любимая и родная страна для нас – это наша великая Россия и наша столица, великая Каспийская столица нашей великой страны Астрахань. But our favorite country is Great Russia, and the capital of the Caspian is Astrakhan. У нас в Астрахани есть такое пожелание, которое мы желаем всем добрым людям, которые проживают в других странах. We have the greatest greeting for kind people all over the world. Мы говорим мира и добра вашему дому. Пусть в любую погоду солнышко будет всегда в вашем доме. To say peace and kindness to your homes. Мира и добра. Давайте еще раз поздравим на русском и на английском наших друзей. С Новым годом!